В 16.50 на пульт дежурного ГИБДД поступило сообщение о том, что на улице Тернопольской столкнулись автомобили Mitsubishi и Nissan. Прибывшие сотрудники полиции установили, что водитель Mitsubishi, 37-летняя жительница Московской области, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Nissan, двигавшимся во встречном направлении. Водители не пострадали. Травму получила пассажирка Nissan, 28-летняя жительница Астрахани. По факту ДТП проводится проверка.